странно. Давай. Отлично, есть. О, понимаю. Гигачат. Надо тащить траки с шелами сюда. У вас получилось? Да, команда раз закинули. Нам надо как-то придумать, чтобы мы их стабильно запрыгивали, ну и не забывайте про, кстати. Во, тут. Но это нихуя, это временно. Сейчас через вот верхний контейнер будем шеллы передавать. Сейчас, который серкер поставит. И будет легко брать, а нам. Да. Ой, такой хуетой занимаемся. Александр, подтолкни меня еще, пожалуйста. Там метку складываю, поставил. Ну, из устра. А, сейчас, кстати, можешь устра прыгнуть. Или куда поехать зачем? Левее. Я базар прыгнул. Александр, молотком надо подталкивать. Молотком. Смотри, мы подъезжаем вот сюда. Стреляем по апсе. Да. Ломаем апсу, потом возвращаемся и ломаем вот отсюда эту херню. Все просто. Я понял, принял. Главное, чтобы мы пока едем только вдвоем, либо на арк, либо крапинку не стреляем. Давай, 25. Давай, стреляй огонь. Нормально. Сломали все. Карпенко, быстро. Сейчас, давай, ставлю. Ты успел. Отлично, стреляем. Как будет команда, все дружно будем держать. Все. Пустой? Угу. Карпенко, выходи, заряжай. Стреляй. Гений. У вас полный контейнер шеллов, что внизу? Трак на ресаплай отправляйте. Пиздец, ты хуйня танкует, просто пиздец. 24 выстрела. Может, блять, надо такие бункеры сломалось. Меньше, чем 24. У нас 4 ящика уже полных. А нет. Все, уезжай. Сколько было там? Уезжай. Я начинаю. Давай. У нас есть. Кого есть, поляк? Но у нас нет. А этот бункер мы точно снимаем. Нет. Давай ты команду никакой не там. Лично. Постреляй кого. Самом, мы весь бетон зачистим. Я запрещаю строить бетон, смотри. Сломайте этот окоп, который вдоль скалы, тогда мы сможем сивишку привезти и тапнуть бомбу опять. Я поехал за сивишки, я ганав забираю, я знаю, где сивишка стоит. А коп за техаской тебе прям что-то, что у нас сейчас. Я предполагаю, что можно. Если я буду еще шел искать. Типа там, где, если там около сивишки будет, я возьму, если нет. Я на траке поеду, за что он мне. Да, вот представляете, вчера пацаны пришли нахуй, не помню, не помню, нет, не помню так. Ты рассказывал, как мы тапнули, блядь, ТХ? Да. Пиздец, конечно, вчера было. Не, дехаскайте его. Он же неровный там, блядь, застрять можно. Лучше рынки, когда дехаскать, фишки проехал нормально. Лучше потратиться, чем потом наебаться. Пайвычку. Ты должен попасть вот сколько? Сюда. Вот сюда должен попасть. Примерно 18. Коннор, если тебе не нужен... А Рганов нет? Нет, я пойду в портер, заберусь в портер. Ага. Это, слышите, вам только, мне кажется, вам бобу не надо ломать. Мне кажется, мы внимание так прорубим много, не? Или вы бобу ломаете уже? Не, мы дехаскиваем. Хорошо. Если бобу сломать, у них таймер оборонки выключится, я думаю. Еще один выстрел туда же. Я на макс ранжу. Да. А, нет, даже ничего ломать не надо, просто надо их, может, спокойно. 11. Я ставлю, да. Перекрестье стреляй, вот сюда. Стреляй! У нас давно спали. Сейчас нет никого. Уезжай, дай бы. Чё, фат будем грузить? Надо на фат закинуть, что?
Сейчас, Поляк, подожди, я даску лучше возьму, у меня ХМГ. Сломай, сломай вот эту штуку, 5-7 метров. Боба сломана. Сивишка ДХ выдвигается, я правильно понимаю? А ты тапнул Боба? Нет, я только сейчас... так, кот, Александр, Поляк, все, поехали, пошли. Давай, дави. Хватит там шелы перегружать, это, нам уже столько не надо, нам осталось сломать эту хуйню. Прикрываем, да. Что еще раз делать? Давид, говно. Кто давай. Снизу, идите Сивишку прикрывайте. Саргарас, отойди. Так, кот, садитесь ко мне. Или Саргарас, садитесь. Кто-то сядьте второй. Я пулемет. Это гринж, я признаю. Что случилось? Да ничего. Так, Боба тапнул. Мы на затраканы, блядь, на горку. Я поехал к ТК. Ребят, у нас Варден там, где загружаемся. Посрать мне. Так, вам Борис. Сколько, Александр? Почти скоро, 90. Нормально сейчас будем. Они в окнах треноги разворачивают. Давай, так. 25. Там сейчас справа Варден. Слева от нас Варден. Сзади. Похуй. ТХ минус. Гарнизонник Карпенко впереди. Вот этот. Ломай. Ты едем, да? Ломай гарнизонник. 52. Да, все хорошо. Сядьте к полоку. А, все, сидите, хорошо. Дай выстрел по вот этому. 17 метров. Тапнуто или нет? Да, там холл тапнут. Хорош. Можно сейчас собраться второй раз? Взять, ты приведешь, блядь, баллисту, танчик с собой. И просто так же проехать. И чтобы рефайнингу сломать. Кто-то убил Вардена. Он без бинокля, похуй. Он нас не видел. Мы шели же идем, правильно? Да. Так же, как мы в прошлый раз ехали. Джип едет чуть вперед, чекает мины, пацаны. Только вы помните, что надо выйти, чтобы двигать. Поспалили уже, очень правильно. Закрывать баллисту. Мы сейчас едем к шахтам, прямо на НВ. О, тут рифла, слышишь, тут рифла. А, да, она не активна. Не работает. Не активна. Ломаем один гарнизон на баллисте, этот, амбар, который. Заезжаем на рифайнер. А, сейчас ровно на НВ, на амбар. Почему мы один ломаем, еще сломаем? Или нет? Давай. Тогда давай вот сюда, если хотим. Бля, мы сначала... Нет, давайте рефайн. Давайте рефайн, потом сухов. Да. Он бесплатный. Игорь, если ты подъедешь, еще. А ты думаешь, не будет оборонка, кстати? Наверное, оборонка-то не будет работать, не? Угол. Ну что, Рок, дай сюда. Для права уранили, надо медик. Пацаны, медик есть? Есть, но вопрос есть, куда? Есть. Вот он сзади. Убей его! Пацаны сзади расстреливают нахуй, как? Ты еще бы убил, блин! Окей, смотри. Я зачем его? Ой, давай. Меня зачем? Саргарас, убей его? Бери сочек с ним. Так, рефанок убили. Он был с кулаком, как ты его убивал? Так. Пожалуйста. Мы течем. Ты течем, не можешь приблизить. Так, медик на месте. Надо сломать еще СД, пацаны. С
Сочели, если можете в склад положить. Мы вытекли, бля, это... Нам я вытек. Один... На самом деле нормально, задача максимум была сломать хаус и СД. Обосрались маленько, но все, у них рефанинг нет. 17, спасибо, что шли. 4 региона без рефанинга осталось. Как минимум на 2 дня, да.